Алроса продолжает мониторинг миграции диких оленей на территории Оленёкского района. В августе радиоошейники со специальными чипами закрепили на 10 самках. Сегодня экологи смогут отслеживать движение порядка 15 тысяч животных за один раз. Программа была запущена несколько лет назад, когда Алроса приступила к строительству объектов Верхнемунского месторождения. Мониторинг помог обустроить дорогу до месторождения с учетом традиционных путей миграции оленей. Главная цель всех мероприятий – сохранение популяции редких животных в районе промышленной добычи алмазов.